Это действительно очень важное событие для всего украинского спорта. Впервые с 2013 года Украина получила право проведения такого замечательного, очень ценного турнира Европейского континентального кубка, который пройдет в Броварах в Киевской области. От лица клуба хочу сказать, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы пройти дальше. Ну и будем рады всех видеть уже в октябре в Броварах.